Привет, дорогие друзья! Сегодня я познакомлю вас с совершенно удивительным напитком – иван-чаем от компании «Добрые традиции». Он известен не только своими лечебными свойствами, но и вкусовыми качествами. Иван-чай компании «Добрые традиции» собран и произведен в Республике Карелия, на берегу Ладожского озера, самого крупного озера Европы. Он доступен в таких милых эко-упаковках, которые герметично закрываются, и представительных стеклянных баночках. В интернет-магазине «Добрые традиции» вы можете найти огромное количество видов иван-чая. Листовой, гранулированный, с различными добавками, а также варенье, мед, урбичи и многую другую продукцию для здорового образа жизни. А сейчас предлагаю попробовать простой листовой чай, корейский, без цветочков, и домашний, с цветами самого Кипрея. Настоящие гурманы тонкого вкуса и аромата отдают предпочтение именно листовому иван-чаю, ведь его главным достоинством является мягкий вкус и восхитительный аромат. На упаковке есть абсолютно вся информация о самом продукте и производителе, а также сайты, где вы можете более подробно ознакомиться с ассортиментом бренда «Добрые традиции». Этот вкуснейший и полезнейший напиток из ферментированных листьев иван-чая сохраняет силу и молодость, нормализует сон, давление, работу нервной системы, а регулярное его питье избавляет от мигрений, помогает при бессоннице и малокровии. В старину недаром о нем говорили, что он не только излечивает тело, но просветляет ум и поднимает дух. В упаковке вы можете выбрать удобные бумажные и уютные стеклянные. Обратите внимание, что масса у них разная. Заваривается он несколько дольше, чем чай гранулированный, однако и наблюдать за распускающимися листочками очень приятно. Это даже умиротворяет. Листовой иван-чай корейский сделан на профессиональном чайном оборудовании. Завар яркого, темного, янтарного цвета, а вкус мягкий, нежный и с цветочными нотками. А домашний листовой иван-чай сделан старинным способом с добавлением соцветий самого Кипрея. Завар темного, янтарного цвета, крепкий и с нотками чернослива. Различаются они тем, что карельский имеет прозрачный цвет, а домашний – более насыщенную и густую текстуру. Букет вкусов листового иван-чая поистине очень изысканный, а сам вид цельных листочков, неповрежденных при изготовлении, доказывает его природное происхождение.